друзья, с вами Peabody Avinulus, и мы наконец-то ставим на следующий этап, это New Legends. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Как мы видим, мы выполнили 3 задания здесь. Если мы угадаем еще 5, мы получим вот еще 2 задания себе в копилочку, и мы получим серебро. Вот. Смотрим, что у нас было на прогнозах прошлого этапа. Как мы видим, Cloud9 3.0 не прошли, но они прошли следующий этап. Также видим, как 0.3 не зашли у нас китайцы. Но они, кстати, удивили. Фнатиков тогда одолели. Фнатики, к сожалению, не прошли следующий этап и вылетели с турнира. Авангард прошли, молодцы. Energy, NiP, Энс прошли. Вега, к сожалению, не прошла. Vitality без проблем прошла. Смотрим у нас здесь. Что у нас здесь? Здесь мы видим, у нас появились другие команды. Это у нас уже легенды прошлого этапа. Как это понимать, легенды? Легенды — это когда команды прошли вот сюда, в этап чемпионов, и автоматом получили статус легенд. И они находятся уже здесь, в основном в этапе мажора. И им придется вместе с той отродье команд сражаться за этап чемпионов. Давайте посмотрим, кто у нас здесь пройдет. Я считаю, что пройдет Astralis без проблем. Ой, что это такое? Так, давайте контру потише сделаем, чтобы она нам не мешала. 0.06 давайте. А, даже еще громче, окей. 0.1, вот. Биги пройдут, Фейзи могут пройти, Нави пройдут, Ликвид, Мибр. Кто еще может пройти? Ну, думаю, Нипы могут пройти, в принципе, без проблем, надеюсь. Фейзов я, конечно, сомневаюсь, но... А чем черт не шутит? Может быть, выстрелят, ребята. Может, они готовились. Комплексти. Не думаю, что они пройдут. Многие ставят комплексти на 0.3, но и думаю, что и у меня тоже что-то зайдет. Ну и можно 3.0 Vitality поставить. Почему бы и нет? В любом случае, нам главное, чтобы хотя бы 5 команд из этих прошло. Будет смешно, если Фейзы не пройдут, Нави не пройдут, остальные пройдут. Надеюсь, что эти команды пройдут. Вот, как-то у нас получается, что ли, так. Все. Так что делаем прогноз. Все, у нас все готово. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы смотрели только что PKM Challenge по New Legend Stage. Это вторая стадия, как я напоминаю. Она начинается 20 февраля. Вот. И после этого этапа у нас следует самое главное. Это уже плей-офф. Называется стадия чемпионов. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Peabody Avinulus. Всем удачи и до скорых встреч.